Сегодня я покажу, как сделать ванну. Для этого нам понадобится какая-нибудь емкость, подходящая для ванны, крышка от нее или другая крышка, подходящая к полочкам для нее, линейка, ножницы, что-нибудь для украшения, например, блестки и картон. Я уже обклеила ванну. Теперь нужно сделать полочки из крышки. Для этого нужно вырезать полочки такого размера, который подходит для вашей ванны. Полочка слева у меня будет на ножке. Для этого я беру кусочек картона и скручиваю его в трубочку. Теперь нужно все склеить. Фрагмент стены я решила оформить так: полочка с картиной.